в мой любимый город Чебоксары. Я хочу вас всех поздравить с Днем города. Дай вам Бог всем доброго здоровья. Обязательно заниматься спортом, потому что нашему обществу нужны физически здоровые люди. Я сегодня, день у меня был такой насыщенный, я посетил несколько детско-юношеских спортивных школ, посетил гимназию, травматологический центр. Я вам скажу, что Чебоксары развиваются, ну, наверное, как никак ни один город в России. Я не видел, сегодня были на открытии дворовой площадки, где поставлены новые тренажеры. Ну, я так думал, что, может быть, народ собрался, потому что мэр города приехал. Но когда ехали, я увидел вторую площадку, где мэра города нет, по дороге увидели. Так там еще больше, просто весь дом, все усыпано людьми. Это здорово. Я хочу вам еще раз крепкого здоровья и хватит приглашать олимпийских чемпионов из других городов. Я уверен, что на чувашской земле в ближайшем будущем появятся свои олимпийские чемпионы, они у вас есть, уважаемые все мои друзья. Мэру города огромное спасибо и процветание Чувашии, а самым большим украшением являются люди, и об этом ваше руководство не забывает. Доброго здоровья!